Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мы находимся с вами в одном из садовых центров Лондона, и вы видите, как продают здесь розы Дэвида Остина. А продают их здесь в горшках, в 6-литровых горшках. Это фирменные саженцы роз Дэвида Остина. Здесь в Англии можно купить только фирменные розы Остина. Вот посмотрите. 6-литровые пластиковые горшки, золотая эмблема фирмы Дэвида Остина. Цена, конечно, 25 фунтов, но эти розы стоят того, это ведь фирменные розы. Это ведь выращено в компании Дэвида Остина. Купить такие розы — это гарантия того, что розы у вас будут именно того сорта, какого вы хотите. И расцветут они прекрасно в первый же год. Посмотрите, какое качество саженцев. Саженцы очень хорошего качества. На каждом горшке, как вы видите, название сорта и краткие характеристики данного сорта. И сорта здесь представлены очень хорошие. Можно выбрать на любой вкус. Вы присматриваетесь, я вот старалась снять так, чтобы вы могли присмотреться, и, возможно, какие-то планы у вас возникнут, потому что такие вот сорта можно достать везде. Главное просто знать, какой сорт вы хотите, и поискать в интернете можно найти все, несмотря на то, где вы живете. Здесь в Англии вот продают их в садовых центрах, причем вот в горшках эти розы можно купить в садовых центрах с сентября по июнь. И в зависимости от того, когда вы покупаете, вид саженцев будет различный. Все в зависимости от времени года. Вот это видео снято у меня в конце февраля. То есть вы видите, здесь розы еще в состоянии набухшей почки. Потом позже эти розы уже будут растущие, а в июне они вообще будут с цветами. То есть, если я приду в гарден-центр и сниму видео для вас, если вы захотите этого, то вы увидите уже цветущие розы вот в этих вот горшках. Я видела в прошлом году и в годы предыдущие, как их продают. И это очень хорошо, это очень выигрышно. Выигрышно тем, что весной можно купить вот такие вот розы, еще не цветущие, посадить какую-то группу из роз, все, что уже для вас, у вас спланировано. А летом, в июне, к примеру, вы приходите в садовый центр, и вы видите розу, которая просто вам нравится, и вы ее покупаете, видите ее цветение, вам понравилось, и вы покупаете. Хотя, как вы видите, здесь прекрасные фотографии на каждом сорте, и можно посмотреть, и уже посмотреть даже на сайте роз Дэвида Остина, что я вам очень советую. И вы можете всегда выбрать то, что вы хотите. Розы, английские розы, ведь они прекрасны. Цветы очень устойчивые. И сами сорта роз, английские розы, и кусты прекрасные, устойчивые к болезням. Они так украшают сад. Английские розы — это одно совершенство, прекрасный запах. Спасибо большое Дэвиду Остину за его труд. Хотя слава к нему пришла не сразу. Известным он стал после 1983 года, после выставки в Челси, где он получил всемирную известность. После этого все розы его начали продаваться по всему миру. Они прекрасны. Все вы любите их. И посмотрите, вот здесь, в этом садовом центре, вот еще так есть такая вот, видите, из таких фирменных этикеток такая лента сделана, где каждый может посмотреть и сделать свой выбор. Вот смотрите, как все здесь красиво сделано. Друзья, спасибо вам огромное за всю вашу поддержку. Я желаю вам удачи во всем, прекрасных цветов в вашем саду.